Привет всем! Вы на канале Valery Life. Сегодня 4-й день моей программы, и из приятных новостей это то, что перестали болеть мышцы. Конечно, я их еще чувствую, но боли, которая была вчера и позавчера, уже нет. Я спокойно наклоняюсь, спокойно присаживаюсь, жизнь продолжается. Я уже, наверное, свыклась с тем, что булочки, пирожное есть нельзя. Но сегодня согрешила и съела одну шоколадную конфету. И еще я все-таки пью кофе с сахаром, но сахара кладу намного меньше. Ну вот пока вот так вот. Сегодня постараюсь сделать более короткое видео, чтобы вас не нагружать. Сегодня день пилатеса. Сейчас посмотрим, что из этого у меня выйдет. Ну и все. Пилатес! Самая любимая тренировка. Я люблю такие тренировки, когда можно порастягиваться. Очень понравилась мне эта подборка. И, как это ни странно, это вторая тренировка, на которой я вспотела. То есть первая это была кардио, и вторая это пилатес. И вспотела я где-то уже так на 10-12 минуте. Надеюсь, что завтра будут опять болеть мышцы пресса. Для меня это очень важно. Ну, а так все прекрасно. С едой все то же самое. Творог утром, перекусы я делаю фруктами, ем манго, что у меня еще есть, грейпфрут. В обед была огромная тарелка салата, где очень много листиков, из-за этого получилось на большой. И курица. На вечер будет йогурт, наверное, с фруктами. Ну, вот и все, мои дорогие. Я так вам благодарна, что вы меня поддерживаете. У меня открылось второе дыхание, так что вперед к победе. Всем пока и до завтра.